нас 12 сентября 2023 год. Встречаем братьев наших с поезда. Матушка тоже поехала в город сейчас, в Барнаул. Все, с Богом, матушка. Доброе утро. Мир вам, братья. Заходите, заходите, Вся минута вам. Матушка путешественница. Она любит. Приехали. Вы куда-то едете, приветствую. О, молодцы. Кому это надо, нет? Богу. Или так дойдем? Надо, нет, кому? Дождевик. Нет, не все пошли так. Колеса у вас грязевые, Валерий. Грязевые. Почти не чувствует грязь. Ну все, слава Богу за все. Вот, а сейчас уже стало там все. Все. Слава Богу, братья приехали. Аллилуйя. Привезли братьев. Сейчас подумаю. Здравствуйте, Владимир. Мир тебе, брат. Здравствуйте. Все, брат, давай, дергай, приглашай. Дальний. Вот так вот, голову на месте проводи, не улетели? Нет, на месте. Прошу, прошу, дорогие гости. Милости просим. Очень дорогие гости. Сегодня у нас дождь, притом целый день обещает. Так что, вот так вот. И поговорим сам. Так, Слава Георгиевич, проходи потом. Мир Владимир и вашему дому. С миром принимаем. С миром принимаем. Мир дому. С миром принимаем. Ну все, слава Богу, братья встретили. Они разрешают всем брать. Мир добрый всему. С миром прямая. С миром прямая. Идите, бросай. Добрались вы, давай. Добрались. Я терпеть. Ну приветствую, Владимир. Вау, что я не звонил вам. Да вот в это звонить-то надо бы. Мы будем. Не могу. Ну все, нормально доехали? Да. Люди добрые, приветливые, супер спокойный вагон. Я еще тут зелень не стал брать, дождик идет. А лук есть? Там зелень у вас есть. Какой тебе лук надо? Сидят. Так, вот мне вот эту половинку освободить надо. Да-да, молоко. Половина окна мои. Там можно открыть теперь уже, то окно тоже. Так. Это я, ну, не чищенный горох еще. Где вам газетку? Слава Богу. Вот брат Георгий мне привез рукавицы для хлеба, говорит. Ну да, у меня те уже загрязнились. У тебя там сердеподовые какие-то были. А, ну да, они ватные какие-то там. Да, прогорают там. Эти вот... Но не это. Ну, полочные. Получше. А, натуральные были? Армейские, наверное. Ну, рука-то выдерживает? Сам шил? Нет. Ну, заказ. Форма железная, она же выдерживает. Держит, да? Ладно, уголь не сувать. Уголь не держит. Понятно. О, вроде. Я вот это так начал, чуть не выбросил. Да. Горох-то это. Так. Так я бросил. А вот он, можно. Ну все, тогда я заканчиваю, да? Да, заканчиваю.
Готовимся к завтраку. Сейчас будем скоро садиться вот для пешечки. Ну все, слава Богу, за все.